Ходили, они в основном они работали, средства массовой информации работали под заказ. Под заказ. А как вы это поняли? 6 числа, допустим, июня, совершал визит в Лисичинск президент Зеленский. Значит, с утра устроили такой фейерверк и карнавал. Вот. По окраинам, значит, очень большой. Они выставили пушки и начали по окраинам, типа, стрелять русские. По городу, а что-то такое крутой, бронежилетики, все. Вот. Устроили показательный бой там на улице Карла Маркса. Его я сам не видел, но крики доносились оттуда. И выстрелы автоматные. Ну, короче, все как в клипах, в фильмах. Ну, вы знаете, ну, артист и клипарь, он не сможет не сделать ничего, кроме у него в голове. Фильмы, клипы, сценарии. Все вот это так и происходит. Только страшно, что гибнут люди от этого. В этот момент много частных домов разбили они на окраинах. Вот, там и погибшие были люди. Вот апофеозом этого всего 6 числа июня стал поджог.